Любовь – это искренний взаимообмен, да, от состояния «хочу отдать», а нет, состояние «я тебе дала, дала, давай обратно», да, или «давай то же самое по бартеру», да. И это всегда безусловность, когда нам хочется дарить. А для того, чтобы нам хотелось дарить, нам нужно иметь что подарить. Это если говорить в моем понимании, что есть любовь, да, это всегда отдавание, да. Любовь, она яинская природа, она отдающая у мужчины, да, и принимающие у женщины. И нам, наша задача, как для женщин, ну, как раз уметь отдавать по-женски, уметь принимать, да, и вместе с тем теплом своей души, вот так вот, принимая мужчину таким, как он есть, любить. Но любить не жертвенно, любить не через страдания, а любить в кайф, удовольствие и наслаждение.